Монофизитство, оно повлекло к разделению империи, к тому, что легко завоеваны были арабами. Да? Завоевание арабами повлекло следующее последствие. Я говорю про Восток. Император Лев III остановил это нашествие. И он был потрясен силой их ненависти к идолопоклонству. И он признал правоту их. И он велел вынести все изображения из церквей. 120 лет православная церковь жила без изображений. Царь, конечно, император, он не мог бы один все это сделать. Была мощная сила поддержки его внутри Константинополя, внутри оставшейся части империи. Он имел мощную поддержку. Это были павликиане. Поэтому будем говорить дальше про павликиане и про... Павликиане, да? Да. Это люди, это протестанты до протестантской эпохи. Так их историки называют. Протестанты до протестантской эпохи. Писание было недоступно, но к ним попали писания апостола Павла, которые они пламенно любили, переписывали, заучивали. Поэтому назвали их павликианами. Это были наши братья по вере, потому что у них очень такие протестантские были понятия все. И они были категорически против идолопоклонства и горячо поддержали императора в этой борьбе. Это начался целый век иконоборчества. То есть арабские завоевания на Востоке повели к иконоборчеству. Начал это иконоборчество сам царь Лев III, но был поддержан массами народа. Знаете что? Я с таким каким-то восторгом все это прочитала, а потом, когда я стала читать разные истории, то они описывают с ужасом этот период, потому что, когда идет религиозная борьба, не смотрят совершенно на сохранение памятников, рукописей. И многие, даже собственные их учения погибли в огне борьбы, вы понимаете ли? Потому что горело, уничтожалось, выбрасывалось. И тут многие ценности могли погибнуть. 120 лет так продолжалось. Значит, период иконоборчества я отдельно вам расскажу, тоже кратко. На Западе какие последствия получились? На Западе остановил их не император. Позже, в 732 году, остановил полководец Карл Мартел, который был просто полководец, и он не был королем. Вы понимаете, что очень интересно, что на Западе в то время король был безвластным, тщедушным, неэнергичным, ну, неинтересный король. Зато у него были целая, так сказать, плеяда блестящих мажордомов. Мажордом – управляющий домом, хозяйством управляющий, ну, то есть хозяйственный такой. Вот. И вот Карл Мартел, впоследствии от него будет Карл Великий и династия Каролингов по имени Карла. То есть Карл Мартел будет дедушкой Карла Великого. Это на которого папа в 800 году наденет корону императора империи Западной. На Мартела? На, не Мартела, это на Карла Великого. То есть отсюда пойдет династия, значит, Каролингов, империя Карла Великого. Это будет тоже такое отдаленное следствие арабских завоеваний. Потому что именно Карл Мартел остановил, он прославил эту династию, из этой династии потом выйдет император, понимаете как? Император это позже, но его уже сын будет королем,
и король, и его сын будет королем, а потом император Карл Великий. То есть династия каролингов начнется благодаря этой победе Карла Мартелла над арабами, который остановил их в Испании. Есть знаменитая песня о Роланде, описывающая, как взята была Испания, как погибали испанцы, пытаясь защитить свою страну, как они остановлены были, в общем-то, на подступах к Франции остановлены были. И вот песня Роланде, такая трагическая, героическая песня, есть в истории. Так вот, значит, ислам – это не религия головы, это теократическое общество. Центр религии, центр политики – что? Мечеть. То есть там нету разделения – это церковь, это государство. Мечеть – это центр политики, столь же, как религия. Там нету разделения на светскую и духовную власть. Причем здесь идет, значит, посмотрите, какая разница с христианством. Задача христианства – святая жизнь, преображение человека. Мы с вами соборы рассмотрели. Обожение человека, его связь с Богом. Обожение человека, святость. Будьте святы, как я свят. Этих мотивов совсем нету в мусульманстве. Ислам – это общество мужчин. Представление о Боге формирует всю культуру ислама. Отец семейства, патриарх, хозяин, у него вся власть. В школе учитель, как патриарх, требует заучивания, наказывает, а не развивает мышление и понимание. Не проявляет участия, воспитывает пассивность, жить и думать в соответствии с наученным. В политике не демократия, а теократия. Способ мышления – фатализм. Человек находится во власти судьбы. В религии всякие компромиссы – это слабость. Компромисс – это огромная работа ума. Компромисс – это великая вещь. Ты пойди подумай, где и как ты можешь шаг навстречу сделать. Где можно, ну надо же все-таки прийти к какому-то решению. Ну, давай разойдемся пока на какое-то время. Потом мы возвращаемся, мы обсуждаем. Этот немножко подвинулся, этот немножко подвинулся. Понимаете? Вот лоб в лоб вот так вот. Это бараны только. Вот. На мосточке столкнулись два барана. Оба полетели в реку. Компромисс. Это надо очень подумать. Вот в исламе компромисс – это слабость. Будет так. Ну и нетерпимость. Распространение ислама не интеллектуальным убеждением, а путем войны. Это считается заповедью Аллаха. Ислам – это коллективная одержимость. Религия поклонения, оправдание делами и самопожертвование. Отвержение Иисуса распятого. Это мысль о том, что распятие – это победа, это безумная мысль для мусульманина. Это безумная мысль. Аллах ислама – кто же он? Кто же говорил ему, схватил за шиворот, проволок? Бросил на дно врага и сказал, Архангел Джибрил. Вот понимаете, в чем дело? В литературе христианской говорится, Бог мусульман – это демон. Бог так, потому что Бог, насколько мы его знаем, он так не поступает, чтобы хватать за шиворот, заставлять говорить. Понимаете ли? Они могут назвать это архангелом, но вот таким вот поведением. Но и в то же время есть масса мусульман, которые имеют богобоязнь и желание угодить Аллаху. Они называют они его таким же именем. Элоим, Аллах. Это имена Божии.
Ну вот. Однако христианство повлияло на Магомета. Запомните все, пожалуйста. Есть пятая сура. У них весь Коран поделен. Пятая сура. Вы обнаружите любовь к себе среди тех, кто говорят о себе: «Мы христиане». Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что у них нет гордыни. Магомет был человеком книги Корана, и он с уважением признает, что христиане – это люди книги. У них есть Библия. И Магомет признавал их связь с собой и своим народом, потому что они тоже были люди книги. Вот цитата из этой книги, я говорила. Называется книга «Вечный человек» и автор Честертон. Автор известный. Послушайте, какая цитата. «Когда вникаешь в ислам, то понимаешь уникальность христианства и его сверхъестественность». То есть то, что в ислам – это естественный человек. Вы понимаете разницу естественный и сверхъестественный? Дети мои, вы понимаете, что мы с вами, будучи верующими, это мы сверхъестественные. Мы неестественные. Естественная природа – это вот живот, это твои удовольствия, это твои интересы, это эгоизм, это все в свою пользу. Понимаете ли? Это естественное. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Сверхъестественных христианцев. Азия – это мир, каким сделал его человек. Мир, содержащий многие из самых чудесных вещей, сделанных людьми. Символ язычества, соперник христианского мира. Азия кишит демонами. Царит смертоносный рок. Восток застывший, потому что он не пережил великого перелома, когда в мир пошла церковь. Если мы хотим что-то понять, вот в городе, в стране, иди в церковь. Центр всей истории – это церковь. Центр развития – это и церковь. В душе азиата царит хаос. Религия Востока не имеет никакого отношения к морали. Азиат не может выбирать. Не может бороться, ему чуждо раскаяние, лишен надежды, не способен созидать. Для созидания нужно, я это беру, а это отвергаю. Он не заботится о своей душе, он не работает над своей душой. За азиатской метафизикой кроется предельная аморальность. Разум оперирует вечными категориями. Нет понятия о смертном грехе. Царит некое безразличие ко всему. Ислам – имитация церкви. Он порожден христианством. Так вот, значит, на Востоке в итоге этого, этой ненависти к идолам, которая была у мусульман, возникло иконоборчество. Мусульманские завоевания вызвали сознание греховности идолопоклонство, то есть поклонение изображениям. Император Лев III остановил этих завоевателей прямо под стенами Константинополя. Они дошли, прямо под стенами стояли, он остановил их там. И тогда он приказал вынести из церкви все изображения, оставить только крест. Это было его импульсивное решение. Реакция на боевой клич мусульман, который он признал справедливым. И неизвестно, как долго бы все это длилось, надолго ли бы хватило его вот этого импульсивного решения, если бы не было массы людей, выступающих против, да, икон, изображений. Это были павликиане. Они серьезно говорили: не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу, ну вы знаете это место. Этих яростных противников икон звали павликианами. Они горячо поддержали императора и продолжали его линию за пределами его жизни. 117 лет
православная церковь обходилась без икон. По этому вопросу специально собирался последний Вселенский собор в 787 году, о котором только сейчас упоминаю, вот, на котором решено, что поклоняться иконам нельзя, но почитать их можно. Разницу между понятиями никто толком не видел. Поклоняться нельзя, а почитать можно. Это очень трудно, видеть разницу. Да. Вы понимаете ли, что тоже в старинных книгах про Старую Русь я читала, что иногда случалось, что на наших красавиц-боярышень заглядывали заморские иноземные женихи. И были даже свадьбы, редкие очень свадьбы, с иностранцами. Но только на том условии, если вот этот иноземец принимал православие, которому его что-то месяц или два научали. Я очень заинтересовалась, думаю, какое же научение было? Какое научение? Ну, я преподаватель, и у нас преподаются дисциплины библейские. Какое наставление православные давали вот этому иностранцу, который хотел жениться на русской красавице? Я нашла книгу об этом. Значит, в течение недели или две, или сколько времени, он должен был учиться кланяться. Кланяться надо было до пола. Кланяться надо было знать, где, перед кем. Перед иконой кланяться. Кланяться надо было низко. Потом, конечно, креститься. Очень долго учили, как пальцы складывать. Где там право, где лево. Креститься надо было по-другому, чем у католиков. Значит, тоже научение было долгое очень. Потом иконы. Какие иконы надо целовать, каким надо кланяться. И куда икону целовать? В свое время нашу Марину Мнишек чуть толпа в церкви не разорвала. Она Богородицу чмокнула в губы, когда надо было только ручку, к ручке приложиться. Вот. То есть это целое искусство было. Как это научение было? То есть религиозное научение состояло в научении обрядам. Вы поняли меня, да? Ну так вот. Так что собор этот по иконам он как бы зря прошел, потому что он решил, что можно, нельзя поклоняться, но можно почитать, и все продолжали делать по-старому, как всегда делали. На этом соборы кончились, больше вселенских соборов не собиралось, и наша задача вот выполнена. Но мне велено вам также еще историю преподавать, потому что я приеду к вам преподавать реформацию. Я же не могу сразу после Магомета вам реформаторов читать. Нужно подготовиться. Значит, что там еще происходило? Павликиане имели послание апостола Павла. Они относились к церковной оппозиции папской власти. Эта оппозиция описана весьма отрывочно. Мы сведения о павликианах находим только в враждебных оценках их как еретиков. Возможно, их называли еще манихеями. Это проливает немного света на историю павликиан. Послушайте, какая история. Это я нашла, все копала, как этот археолог.